крупный розыск ищет убийц из Пулково. Таксисты обратили внимание на белый Volkswagen. Машина необычно долго стояла за шлагбаумом аэропорта. Внутри сидел мужчина. На первый взгляд спал, опустив голову. Подошли, посмотрели. У водителя было перерезано горло. Приезжий из Душанбе работал в таксопарке в Приморском районе. Заказы получал через известный агрегатор. Накануне подвез троих. Двое вышли в зоне отправления на втором этаже. Третий остался в машине. Водитель повез его вниз. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 1 статьи 105, это убийство, по факту обнаружения 23 января текущего года на съезде с пандуса в аэропорт Пулково тело мужчины 1995 года рождения.